Короче, вот такая забегаловка. Приходят сюда люди и кушают. Мы тоже, вот видите, Азат уже поел свою рыбу. Ребята заказывают. Что возможно здесь куда-то. Видите, как вкусно все. Так. И вот здесь готовят, видите, вон там готовят. Готовят пищу. Можно принести свои устрицы, свою рыбу, и вам пожарят за это, возьмут деньги. Мужчины после работы, я так заметила, заходят. Знаете, как у нас в стране есть такие маленькие столовые забегаловки? О, видите? О, показывают. Ну. Ай.